Здравствуйте! Мандарин – очень вкусный цитрусовый плод. Он похож на апельсин, поэтому многие люди путают их. Свойства мандариновой кожуры. Обладает изысканным вкусом. Обладает уникальным ароматом. Содержит много витаминов, таких как В1, В2, В3, В6 и В9. Содержит ключевые минералы, такие как магний, железо, фосфор, кальций, калий, селен и цинк. Обратите внимание на невероятную пользу мандариновой кожуры. Первое – бронхит. Она может помочь бороться с респираторными заболеваниями, такими как бронхит. Если вы страдаете бронхитом, мы предлагаем вам следовать следующим рекомендациям. Добавить половину мандарина на стакан горячей воды. Оставьте на 1 час. Вы можете есть их 3 раза в день. Прощайтесь с бронхитом быстро и естественно. Второе – кашель. Кашель является неприятным симптомом простуды или проблем с дыханием. Это обычно раздражает и может сильно повлиять на горло. Кожура этого волшебного плода может помочь вам бороться с кашлем. Для этого вы должны следовать следующему. Измельчите мандариновую кожуру, подогрейте воду и залейте стаканом горячей воды. Оставьте в течение недели. Пейте 20 капель этой жидкости, растворенной в стакане воды при каждом приеме пищи, 3 раза в день. Третье – заложенность носа. Кожура мандарина может помочь при заложенности носа следующим способом. Положите немного кожуры в кастрюлю с кипящей водой. Вдыхайте пар в течение как минимум 10 минут. После этого вы можете отдохнуть в тихом месте. Третье – проблемы с пищеварением. Чтобы бороться с проблемами пищеварения, выполните следующие действия. Измельчите кожуру, чтобы получить мандариновый порошок. Добавить этот порошок к любому блюду. Это поможет вам избавиться от боли в желудке или метеоризма. Четвертое – грибок ног. Это очень распространено среди населения мира и является идеальной средой для развития инфекций. Мандарин может помочь вам избавиться от нее следующим образом. Поместите кожуру на пораженный участок. Пятое – физическое истощение и проблемы со сном. Вдыхайте аромат мандарина в течение 15 минут. Это также поможет уменьшить головные боли. Шестое – гипертония и тахикардия. Залить кожуру 3 литрами воды и довести до кипения. Дайте постоять 1 час. Процедите вещество и принимайте ванну с этим веществом. Седьмое – профилактика рака. Кожура помогает бороться с раком, поскольку она содержит много полезных кислот для человеческого организма. Восьмое – запор. Мандарин содержит 88% воды, что делает его идеальным средством для борьбы с запорами и обезвоживанием. Девятое – малокровие. Мандарин содержит половину необходимой дозы витамина С. Это необходимое питательное вещество для поглощения железа из пищи. Десятое – кровяное давление. В этом фрукте есть питательные вещества и минералы, такие как калий, который снижает кровяное давление. Прежде чем отправиться к кардиологу, скажите ему, что вы едите мандарины. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!